Привет-привет. Ну что, у нас вчера такой колотун был, что, честно говоря, я ночью включала обогреватель. Я встала, включила обогреватель, одела теплые леггинсы. Охренеть, блин, май месяц. Не знаю, выжили ли там мои помидоры и взойдут ли вообще кабачки в такой прям дубак. Не знаю. Еще мне вчера друг прислал видео. Вы знаете, я прям прочувствовала мое отношение. Ну, вот прямо видео, которое олицетворяет мое нынешнее состояние. Сейчас я вам его покажу. Сейчас я покажу. Я уже в Инстаграм делилась. Но оно прям вот так гениально показывает. Блин, сейчас, извините, не могу одной рукой открыть. Сейчас. Я вернулась. Опять ничего не получается. И так тоже не получается. Ну и пожалуйста, блядь, ну и пошло все в пизду. Нахуя мне это нужно? Да. Ну вот как-то так. Миленько. Ой. Короче, не знаю, чем буду сегодня заниматься. У меня сегодня одна видеовстреча. Я, правда, не знаю, как она пройдет, потому что-то мне подсказывает, что не так, как я планирую. Ну, ладно. Будет как будет. Я решила просто расслабиться и действовать по обстоятельствам. Сегодня солнышко. Даже ветра нет, но все равно прям вот. Но не май месяц. Хотя тюльпаны цветут. Цветочки потихоньку всходят. Ну, как-то все очень-очень медленно. Холодно. Начинают цвести. Кстати, сирень еще не зацвела. То есть начали там бутончики, вот я вчера ходила, гуляла, раскрываться, но прям вот такого буйного цветения сирени нету. Я не помню, чтобы был уже конец мая, а сирень еще не цвела. Начинают вроде яблони цвести, но, блин, холодно. Я вот так думаю, что вот сейчас все эти плодово-ягодные деревца-то цветут, как могут. А будет ли толк, если они цветут такой холод? Короче, будет ли урожай? Но яблок, скорее всего, не будет, потому что в прошлом году был яблочный такой год. Что за звуки? У меня тут одно время верхние соседи прям начинали заниматься спортом. Вот прям конкретно, знаете, над головой. Там, наверное, тетенька, дяденька остановилась и там прыгала, бегала. Прям это реально так было слышно, особенно когда, знаете, там компьютер не включен. Там, ну, как бы вот сейчас вот, например, с вами разговариваем. Вы тоже наверняка это слышите, потому что телефон очень чувствительный. Там ты когда рядом идешь, он записывает, как ты дышишь. Что это? Опять возобновились тренировки? Ладно, девочки, вот такие вот дела. Не знаю, чем сейчас буду заниматься. Сейчас потихонечку соображу. Кто тут мурлыкает на фоне? А вот кто тут мурлыкает, да? Мур-мур-мур. Мое чудовище. Цветочки. Бедные мои. Ой, как вы тут? Если холодной ночи-то. Ой, девочка. Прошу прощения. Прям прошу прощения. Ну, такие вот дела. Начала носом хлюпать, опять же, потому что в квартире холодно. Ну, отопление-то отключили, но его и так отключили там в середине мая. То есть, ну, как бы нонсенс. В общем, что-то в нашем королевстве холодно. И настроение
как на видео. Прям вот четко отражает. Ну ладно. Надо же как-то не терять бодрость духа. Не получается так пробовать так. Не получается так пробовать по-другому. Ладно. Неприятность эту мы переживем. Хочется мне в это верить. Кто там, птички? Да, вон гули ходят. Боже, это аж трясёт. Хищник? Ну что такое? Короче, девочки, я сняла не хищника показать. Включилась не хищника показать. А приготовила обалденный просто из топора суп гороховый. Солюшка я посыпала еще немножечко. Горох. Что там у меня еще было-то? Оливковое масло. Горох сухой, не зеленый. Если бы зеленый, наверное, цвет был бы другой. Ничего сливок, ничего у меня не было. Копченая паприка, наш секретный ингредиент. Соль, красный перчик. По-моему, куркумы чуть-чуть. Все сварила, перебила. Так вкусно, скажу я вам. Почему никогда так не делала? Короче, очень классно. Я буду кушать. Вчера еще делала печенье. Тоже буквально из ничего. Там разными этими. Звездочки. Цветочки. Короче, тоже просто из ничего. Сахар, мука, раздрыхлитель, растительное масло. И все. Ну и вода. Все. Замесила, раскатала. Какая красота. Что такое, Кристюш? Дуванчики цветут вовсю. Короче, девочки, я буду обедать. Вот такой, блин, сегодня неожиданно вкусный супчик. Затерроризировал. Опять пришлось ему окно открыть, чтобы сидел, дышал. Третий минут 20 сидел, потом там мальчишки пришли с мячом на лавочку. Я его загнала домой. Только села дела делать. Так у меня встреча эта отменилась, в принципе, я предполагала. Села дела делать рабочие. Начинает опять ходить и орать по всей квартире. Мяу, 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 мяу. Если на меня начинаешь, не обращаешь внимания, он начинает ходить под ногами, тереться об ноги. Знаете, как бы так, случайно. Случайно, но не случайно. Когда на это не обращаешь внимания, то начинается отдирание кухонных плинтусов. Вот наши любимые. Там наш любимый угол, который можно отодрать при желании. И с этой стороны. Начинаем лазить на стеллаж. Если он хочет меня, например, утром разбудить, а я не бужусь, то начинает лапами скидывать с этого стеллажа, вот там, где достает все, что может достать. Ну, короче, террорист мелкий. Ну, вот сидим. Ну, как бы и я не могу отойти, потому что, ну, черт его знает. Ну, вот так вот он сидит. И я при нем. Гуляет. Когда сам уйдет, тогда можно закрывать. Угу. И то, это ненадолго. Ой, кота-песина ты моя. Ой, опять ничего не получается. И так тоже не получается.
Ну и пожалуйста, блядь, ну и пошел все в пизду, ты нахуй.